Как вы думаете, кто там едет? Эту девушку я знаю. Аня! Всем привет! Это Надя и Аня. И каждый четвертый понедельник мы снимаем видео про Шотландию. Ура! Мы уже настолько отвыкли говорить вам привет и настолько отвыкли быть вместе, что это вообще наш долгожданный выпуск. А начнем мы свое путешествие с Бобби. Вот, знакомьтесь, Бобби, кто еще не знает, это самая известная, не знаю, шотландская собака. И здесь, около Бобби, всегда толпа туристов. Все хотят потереть ему нос. Дело в том, что считается, что потереть ему нос нужно на удачу. Вот я хочу это сделать сейчас. Бобби, привет, очереди нет, такая возможность. Но поскольку карантин, сами понимаете, много людей трут ему носы, поэтому я воспользуюсь антисептиком. Это не реклама. Так что... Думаю, что в рекламе сейчас не нуждаются антисептики. Антисептики все скупили. Так что, да, все безопасно. У нас контакт безопасный. Ну все, а сейчас мы хотим прогуляться немножко по городу и показать вам вообще, что сейчас происходит в Эдинбурге, как он выглядит. Я думаю, что мы больше его таким никогда не увидим. Хотели вообще рассказать немного о том, как Великобритания выходила из этой вообще ситуации. Карантин был введен 23 марта, и до сих пор у нас еще не наступили никакие такие серьезные послабления. Мы только находимся сейчас в первой фазе ослаблений. А до этого мы сидели дома и могли заниматься спортом только один раз в день, и у нас было очень много всяких ограничений. Я знаю, что в России уже многие регионы выходят из карантина, но вот в Шотландии ситуация... Можно сказать, что противоположное. Мы, наоборот, не спешим этого делать. Поэтому вот да, поэтому улицы такие пустые, туристов нет. Снимаем мы обычно по воскресеньям. И если бы мы здесь шли в обычный день, здесь бы стояли уже люди и пили пиво. Это бывшая церковь. Давно-давно, много сотен лет назад она была церковью. А сейчас это дискотека и бар. Вообще, как Аня рассказала про этот бар, я хочу тоже про это место рассказать. Дело в том, что здесь считается, что был рожден Гарри Поттер. Мы про это снимали отдельное видео, если хотите, посмотрите. Вот, сейчас тоже здесь все закрыто. А обычно здесь много-много поклонников, все фотографируются, все хотят туда зайти. Здесь очередь всегда. Вот сейчас вот так вот, к сожалению. Вообще, из карантина мы будем выходить фазами. Вот сейчас мы находимся в фазе номер один. Это когда нам разрешили встречаться с друзьями. Вот, например, мы с Аней сразу же воспользовались возможностью, пошли снимать. Потом будет фаза номер два, номер три, номер четыре. И все будет это пересматриваться каждые 3 недели для того, чтобы понять вообще, как прогрессирует, есть ли заражение или нет, или мы можем переходить на следующую стадию. Я очень надеюсь, что скоро уже все это, ну, как бы закончится. И уже известно, что если все будет хорошо, 15 июля уже откроется туристический сезон. То есть будут открыты бары, отели, можно будет приехать в Шотландию. Но с определенными условиями. Вам нужно будет просидеть 14 дней дома в изоляции, если вы прибыли из другой страны. Что, в принципе, очень сложно сделать. Но туризм для местных жителей, понятно, будет более, как скажем, привлекательным. То есть они в рамках страны могут передвигаться.
Кстати, за время карантина я заметила, что пустынные улицы очень стали привлекательными для фотографов. Потому что если приходишь в центр, здесь куча именно людей с фотоаппаратами. Есть такая возможность классная сфотографировать улицы без машин. Не удалять эти машины фотошопом, а просто вот в естественном состоянии. Что, конечно, скоро вы увидите массу фотографий в Инстаграме. Классные фотографии. Вот мы с Аней наблюдаем сейчас совершенно пустую Викторию Стрит. Здесь можно спокойно говорить без микрофона, потому что нет никакого шума машин, толпы людей. Вообще мы с Аней очень любим эту улицу, часто здесь гуляем, встречаемся, пьем кофе, и вообще улица это невероятно красивая. Сейчас у нас есть возможность пройтись и, в общем-то, рассмотреть всю ее без лишних людей. Вообще время карантина для тебя каким стало? Время карантина стало домашним, конечно же. Вот. У меня, когда начался карантин, у меня были какие-то планы, там чуть ли не знаю, переделать весь дом, перекрасить все стены. Конечно, этого не случилось. Я также не похудела на 10 килограмм и не выучила новый язык. Но, несмотря на это, мне кажется, мы все поняли, во-первых, насколько классно быть семьей вместе, то есть у нас это и насколько хорошо еще лучше встречаться с друзьями. То есть в любом случае, при любом раскладе, мне кажется, переоценка ценностей, конечно, происходит в такое время. Ты не одичала за это время? Ну, в Шотландии же все же у нас тут были хорошие условия в том плане, что мы могли выходить на улицу, и мы все равно видели людей, хоть и на расстоянии 2 метра. Поэтому, мне кажется, было нормально. Ну и Skype, Zoom. Мы открыли для себя дни рождения по Zoom. Так что, кстати, мой день рождения вот как раз пришелся на карантин. Но оно как есть, да. Следующий день рождения... Зато он запомнится на карантин. Ну да, да, да. Вот, обратите внимание, девушка едет на велосипеде. Очень многие сейчас катаются на велосипедах в центре. Это такое, мне кажется, отдельное удовольствие. Обычно здесь машины, и все-таки как-то народ стесняется, ну, боится все-таки, ни детей не берут, а сейчас все катаются. Толпы людей. Обычно. Не покатаешься, а здесь сейчас классно. Мы как раз надеюсь обсуждаем, надо что взять детей, велосипеды и прокатиться по центральному Оренбургу. Что видишь? Рассказывай. Вижу Джош Хериот, школу частную, в которой сейчас никто не учится, которая перешла на онлайн обучение. А вот это здание знаешь? Смотри на меня. Вот это здание знаешь, нет? А было ли тут здание это? Нет, конечно. Смотрите, первый раз мы стоим около замковых ворот. Вот они закрыты. Но несмотря на это, сегодня воскресенье, будний день. Какой-то просто, ну такого не бывает. Только в этот день. Здесь везде написано, что было Маша и Саша. Мы заканчиваем наше видео здесь, именно в центре, в самой вообще популярной туристической точке. Это Эдинбургский замок, вот он сзади нас находится. И вот посмотрите, совершенно пусто, никого нет, все как обычно в локдаун, пустые улицы, нет толпы желающих, нет очереди в замок. А вообще здесь он привлекает каждый год, мы не смотрели с тобой миллионы туристов. В этом году он отдыхает однозначно. И несмотря на то, что это необычное и классное ощущение, когда ты идешь и кажется, вот, что город, он для тебя, только для тебя. С другой стороны, нам, конечно, очень хочется, чтобы
Мы все уже вернулось на круги своя, чтобы люди не боялись друг друга, чтобы мы не обходили друг друга стороной, чтобы в кафе сидели пары и пили кофе, и хочется этого. Поэтому пусть это видео, оно будет вообще призывом, не знаю, во вселенную, запросом, чтобы все вернулось на круги своя. Ну и, конечно же, чтобы открылись сообщения, авиасообщения. Вообще, мы всем желаем здоровья, чтобы все было у всех хорошо. Приезжайте в Эдинбург, как только это все закончится. И я надеюсь, что вы за этот карантин, естественно, выучили много языков, английский в том числе, шотландским акцентом, вот, и там, я не знаю, занялись новым спортом. А если никогда не играли на пианино, научились играть. Увидимся через месяц. Увидимся через месяц. Пока. Пока.